Марка Infiniti возобновила в России специальную кредитную программу, которая позволит купить кроссовер QX50 в кредит со ставкой всего 0,1% годовых. Такое предложение действует при двухлетнем сроке кредитования и авансе от 80%. К рекордно низкой ставке прилагается акция «Забота о платежах» от Infiniti Finance. Это дополнительная защита клиента, если он вдруг потеряет работу и в результате лишится возможности вносить ежемесячные платежи. В таком случае Infiniti Finance возьмет платежное обязательство на себя. Притом страховой полис предоставляется каждому клиенту на безвозмездной основе. Выплаты составят до 6 ежемесячных платежей по кредиту. Интересно, что забота о платежах будет работать даже когда соглашение между сотрудником и работодателем расторгается по соглашению сторон. Для тех, кто не готов внести 80% от стоимости автомобиля, Infiniti заготовила другие варианты. Так, если клиент внесет 20%, а на погашение кредита ему потребуется от 3 до 5 лет, он сможет рассчитывать на приятные 8,9% годовых. Если сократить срок до 2 лет, то ставка понизится до 5,9%. Она же будет действовать при 80% авансе, но периоде кредитования 3-5 лет. Между тем, в стане Infiniti имеются важные новости глобального масштаба. Новым главой марки назначен Пэймен Каргар, карьера которого в автобизнесе длится уже около четверти века. До последнего времени он занимал должность старшего вице-президента по Африке, Ближнему Востоку и Индии компании Nissan. Каргар будет напрямую подчиняться исполнительному директору Nissan. Более того, для упрощения коммуникаций штаб-квартиру марки Infiniti перенесли из Гонконга в японскую Йокогаму, где базируется сам Nissan. На нового главу Infiniti возложена масштабная трансформация бренда. За 3 года японский бренд должен вывести на рынок сразу 5 новых моделей. Ближайшей новинкой должен стать кроссовер Infiniti QX55. Судя по характерному рельефу поясной линии, раскрытому тизерами, модель станет купеобразной версией серийного кроссовера QX50.